Москве на 82-м году жизни умер писатель, драматург, поэт, сценарист, автор мультфильма «Фунтик» Валерий Шульжик. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил телеканал РЕН-ТВ, писатель скончался в одной из московских больниц, причиной стала продолжительная болезнь. В последние месяцы пациент не вставал с постели. Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Работал матросом на пароходе, затем электриком в театре, в 1959 году он начал писать. Первая книга поэта «Два арбуза» была издана в 1963-м, затем вышла вторая «Веселый мастерок».